В Нарьян-Маре прочтут цикл лекций по истории России, посвященный столетию революции 1917 года. Организаторы цикла – региональный центр развития образования и ассоциация историков Ненецкого округа. Приглашают к участию всех желающих. Первая лекция состоится 4 октября. Ее прочтет известный в округе историк и краевед Марина Коловангина. Она расскажет о том, как жил Ненецкий округ в 1917 году. Цикл лекций к столетию революции будет длиться весь октябрь. События февраля и октября 1917 года до сих пор не получили однозначной оценки. Можно по-разному относиться к тому, что произошло 100 лет назад, однако очевидно одно – революция 1917 года напрямую повлияла и на будущее нашей страны, и на ход мировой истории. Российские историки и политологи склонны считать Октябрьскую революцию в России одним из наиболее знаковых событий 20 века. Историки называют 17-й год переломным и эпохальным. В октябре 17-го в истории государства российского была поставлена большая точка, и началась история нового государства. Но как бы мы ни относились к каким-то событиям в истории, мы всегда говорим, это наша история. Мы должны ее любить, мы должны ее писать, говорить объективно. Мы должны делать так, как это действительно было. Сама революция. Первая революция 905-го, потом революция февраля, особенно 17-й год и Октябрьская, они всколыхнули ведь не только Россию, они всколыхнули мир. И следствием этого было создание великой, большой, крупной державы Союза Советских Социалистических Республик. В рамках мероприятий, в том числе реформ административных, появились и такие территории, как Ненецкий, тогда национальный округ. Цикл, посвященный столетию революции, как раз и начнется с лекции о жизни Ненецкого округа в 1917 году. Ее прочтет известный в округе историк Марина Коловангина. Продолжит Медведева Галина Брониславовна, также кандидат исторических наук. И последующие лекции прочитает Канев Юрий Викторович, известный краевед в Ненецком автономном округе, тоже автор большого количества книг о Ненецком автономном округе, и учитель истории школы номер 5, это Кустышева Татьяна Романовна, которая является у нас победителем конкурса «Учитель года». Цикл лекций, посвященных столетию революции 17-го года, пройдет в Ненецком региональном центре развития образования по адресу улица Ваучейского, 14. К участию приглашаются все желающие жители округа. Хотелось бы, чтобы вот к нам пришли категории абсолютно разные. Это могут быть и пенсионеры, могут быть госслужащие, могут быть работники любых сфер, это старшеклассники, студенты, потому что материал будет дан очень доступно, а также все те, кто будут посещать эти лекции, смогут задать какие-то вопросы. И я думаю, что получится такой творческий, интересный, продуктивный диалог. Мероприятия, посвященные столетию революции 17-го года, пройдут во всех регионах страны. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. По мнению главы государства, российское общество нуждается в объективном, честном и глубоком анализе событий тех дней. А столетие – это весомый повод еще раз обратиться к причинам и самой природе революции в России. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, телеканал «Север».